Ну, короче, есть, конечно, такие кринжовые сообщения. Я, когда их читаю, у меня происходит разочарование, знаете, разочарование в мужском поле, блядь. Поэтому, чтобы не разочаровываться в мужском поле, лучше его не читать. Ну и с другой стороны, ну кидают и кидают, не знаю. Мне кажется, они даже это делают по рофлу. Мне кажется даже, что это не их члены. То есть, ну, хотя там был один член на фоне моей фотки, короче. Не знаю, может, это, конечно, подстава такая. Ну, бля, короче, я не знаю, зачем я это смотрю. Женские фоточки в белье приветствуются в твоем директе. Ну, честно, мне кидали девчонки нюдисы свои. Я, если честно, я охуевала. Я не знала, что мне, ну, как реагировать, но такой опыт у меня уже был. Это не ново. И вообще была одна девчонка, которая просто по мне жестко сохла. Я вообще с ней сначала просто общалась, а потом выяснилось, что я ей там нравлюсь. Ну, и я с ней что-то общаюсь, она мне хоп, там, Арин, оцени, типа, фоточки, я там, типа, парню хочу скинуть. Такой, бац, кидает мне. Я такая, блядь, такая, чё? Не, ну я ей отвечаю, типа, классные фотки подруга. И с тех пор она мне на регулярной основе это кидала, пока я просто перестала читать директ. Потому что, если честно, я уже как-то, ну, типа, не очень понимала, зачем она это делает.